Добро пожаловать! Он там! Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала. С вами Лидия. Неделю назад в видео Oxford Street Shopping мы объявили конкурс. Условием конкурса было посмотреть видео и дать полный правильный ответ на вопрос, о каких четырех вещах, популярных в Англии, я упоминаю в видео. И сейчас время подвести итоги. Прежде всего, хочу сказать спасибо всем, кто посмотрел наше видео, оставил комментарий и особенно тем, кто участвовал в нашем конкурсе. Я просмотрела все ответы. Итак, в нашем конкурсе участвует 9 человек. Это номер 1 – Лариса Иванова, номер 2 – это Эвридика, номер 3 – Лидия Таганова, номер 4 – Хост Гоу, номер 5 – Екатерина Джан, номер 6 – Виктория Бирюкова, номер 7 – Валентина Сирадзе, номер 8 – в гостях у Любаши и номер 9 – Жанна Эйжвертиня. Я подготовила 9 вот таких фантиков с номерами. Сейчас мы все эти 9 фантиков соберем и перевернем и положим вот в такой красивый пакетик. Фантики кладем, мешаем. Какой же выбрать? Есть! И побеждает у нас номер 3. Сейчас я проверю, кто это у нас. Номер 3 – это у нас Лидия Таганова. Номер 3 – Лидия Таганова. Дорогая тезка Лидия, я от души поздравляю вас с победой в нашем конкурсе. Теперь осталось дело за малым – выбор подарка. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто посмотрел наше видео. И хочу пригласить вас, дорогие друзья, на новые прогулки по Лондону. Вы думаете, это все? Нет. По традиции, напоследок, анекдот. Какие витамины нужны женщине? Это новотуфлин, новоплатин, маникюр и педикюрин, всю ночь полюбин и с подружками погулин. И тогда будет все в ажуре. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Увидимся в следующем видео. Бай!